Меня зовут Роман, а это мой коллега Алексей, и мы находимся в концертном зале «Россия», дворец спорта «Лужники», и совсем скоро здесь начнется невероятный корпоративный праздник. Как вы видите, столы уже накрыты, и технические службы находятся в полной боевой готовности. Свет, звук, артисты – все за кулисами, и нам остается только начать этот праздник. Два микрофона, и мы начинаем. Мы готовы? Поехали! Мы поздравляем вас с новым 2012 годом! С Новым годом, дорогие друзья! Кто сегодня пришел в самом экстравагантном красно-белом наряде? Роман, где Совершенно вы? Верно, Алексей. Я действительно нахожусь в зале и рад сообщить, что у всех гостей сегодня прекрасное настроение. Кстати, не только девушки у нас сегодня очаровательны. Обрати внимание на парней, которые также оделись в цвета корпоративного дресс-кода. И сейчас мы объявляем конкурс самых невообразимых, самых потрясающих нарядов красно-белого настроения. Этот бит вечерних авто, этот бит ночного метро, этот бит неоновых фонарей. Он так прост, что может любой танцевать сегодня со мной. Этот бит просто невозможно на месте устоять. И сегодня с нами будут танцевать Рига и Волгоград, Тында и Ашхабад. Над страной звучит московский бит. А сейчас мы продолжаем разыгрывать призы и подарки. И на сей раз у нас конкурс интеллектуальный. Вечеринка наша продолжается, и количество децибел продолжает расти. А также продолжает расти количество хорошего настроения. Причем радуются не только гости, нам самим все тоже очень нравится. И в следующий раз мы уже встретимся на вашем мероприятии, и мы обещаем, что придумаем обязательно что-нибудь интересненькое.